Всем привет, дорогие друзья! С вами Зелел, и сегодня мы с вами будем резать, наконец-то, инопланетного гостя. Но для начала нам надо ввести код. Так, самое главное... Ой, вот так вот не ошибиться. Видите, как у нас такие сосисочки. Так, неправильно. Оп, опять неправильно. Да что ж такое-то? Нам четверку надо сначала нажать. Так. Опа, пятерка. Да что ж такое-то будешь делать? Меня левел уже прикалывает. Оп, 4, 9, 4, 4, да. 8, 8, 8, нажимай. Так, хорошо идешь. Есть! О, прогресс уже, а? Какой прогресс? Та-та-та-та-та-та-та-та! Ну ни хрена себе! Выполните пересадку органа Роба Лорос. Он, ты что, живой, что ли? Тихо! Не распускай тут ручки свои. Ох, я вижу, тебе плохо. Как мне плохо, да? Так, ты немножко закрой ротик. Ой, тихо. Странные инопланетяне, да? Еще и беззубые какие-то. Ладно. Ух ты, сюрикен, обалдеть. Давайте-ка попробуем взять. Блин, сюрикен. Ой, как-то плохо взяли. Ну ладно. А, пусть крутится, вертится. А что нам надо сделать? Я что-то не могу понять. Объем крови 5600 у них тоже, что ли? Что это за говно? И что мне надо сделать? Ой. Что это, чувак? Что я тебе оторвал? Лишняя лапка, что ли? Ладно, забьем, какая разница. Ты, главное, не волнуйся, ты в лучших руках. Я профессионал. Правда, я не разбираюсь в вашем теле. Что мне надо сделать, я не могу понять. Как мне эти колбочки разбить? Или их не надо трогать? Так. Или, может, все-таки надо? Ну-ка. Ага. Так, по-моему, забаговалась текстурка, по-моему... Ой, блин. Да что ж такое-то? А, так мы можем спокойно туда руку, что ли? А, не, это баг был всего лишь. Потому что нам надо разбить. Сейчас, погодите. Оп! А, нет. Оп! Не хочет пластик это. Ладно, мой друг инопланетный. Давайте посмотрим, что тут у нас какие... Инструмент-то есть. Так, ни хрена себе, это что-то новенькое. Ну-ка. Что это такое? Ну-ка. Пам-пам-пам-пам. Автоматический закрыватель рта. Так понял. Ни хрена себе, это удобная штука. Пам. Ага, вот что надо делать. Капец. Уже 3000 у него всего лишь. Да... Так. Ну же, давай, ломайся, ребрышки. Инопланетный друг мой. О, пошло дело, правда. Так. Оп, как хорошо-то, а? Пошло-поехало. Только уже потери. Потери нам бы что-нибудь тебе вколоть, мой друг, но что я не вижу, что тебе вкалывать. Понимаешь? Да, блин, ручонки-то туда, куда-нибудь. Да, мой друг, к сожалению, я не смогу ничего сделать, но давай-ка возьмем вот эту штучку. Нашу пилу. Так, попробуем попилить немного. Оп. Что такое-то будешь делать? Оп. Не, как это плохо получается. Да, давай. Мы уже прогресс есть. Смотрите, как хорошо ломаем ребра. Хотя бы нам надо было изучить бы тело-то нашего инопланетного друга. Но как-то... Какая-то еще коробочка там внутри. Как орган, посмотрите. Так. О, хорошо пошло дело. Все. Тихо. Что это такое? Это живая хрень? Фу. Так, что у нас дальше там идет? А, дальше ничего не идет. Потому что... Это коробчонка, посмотрите. Обалдеть. Что это за коробка такая? Все, инопланетный друг скачался. Нет, я буду чать по тебе, мой друг. А все так хорошо начиналось. Блин, давали бы это... Медаль за то, что мы ввели этот код. О, дружок, ты ротик-то прикрой. Роба Лорос. Чего? Что Роба Лорос? Кто-нибудь может мне перевести? Роба Лорос. Ладно, эта хрень тебе не нужна. Я уверен в этом на 100%. Так, железные ребра. Ребрышки я знаю, чем тебе попилить. Так, как насчет сюрикена? Ай, блин, ладно. Будем... старой медициной пользоваться. Новыми инструментами, ладно, не будем пока что. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Оп, хорошо-то как пошло-то, посмотрите. Какой прогресс. Просто на лицо идет. На-на-на-на-на, спокойненько. Мы пациенту вот хорошо, наверное, заплатит. Так, ну-ка. Я так чую. Ну, давай, 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 давай. Что мне пересаживать, я, правда, до сих пор не понял. Так, о, отлично. Так, теперь нам отрезать эту хрень надо. С помощью вот этой вот штучки. Так, понятно, она не работает. Ну, как сказать, работает, но взять надо хорошо. Вот видите, главное правильно взять. Так, и... Она не хочет резаться почему-то. Чувак, у тебя органы не хотят резаться. Интересно, почему? Ладно, понятно. Этим не разрежешь. Значит, берем вот эту штуку. Да, пациент хорошо теряет кровь свою голубую. Голубенькую. Так. О, другое дело. Пошло-поехало. Так, давай-ка. Давай, давай. Ой, хорошо, это пошло. Так, все, это дрянь. Уходи. Ну, давайте попробуем. А, застряла рука, видите как? Плохо. Вот как надо. Так, берем эту хрень сюда, вставляем. Все! Как и была. Не? Не-не-не, дорогой пришелец, погоди. Что там? 12... Понятно, нет, все-таки не оно, да? Ладно, тогда... Так, еще тут есть органы какие-то у него. Оп. Так, вот эту, может, шляпу надо тебе сменить. Я же, думаешь, знаю. Да опять начинается. Оп, кишку сюда давай, сюда. Так, ну-ка. Стоять! Стоять! Как мне ее положить? Не-не-не-не, куда ты полетела? Куда ты полетела? Так, понятно, все, мы это тоже просрали в жопу. Значит, остается еще два органа. Нет, даже три у него. Смотрите, как много, а? Как интересно-то. Так. -1. Так, 1800 крови, нормально. Только вот это придется нам тоже тут подрезать немножко. О, все, шикарно. Так. Да блин, вот как добраться? Что это такое вообще? Багуется. Оп. Нет, погодите. Со всей дури. Да блин. Опять плохо. Так. Не бойся, я тебя не буду щекотать. Так, эту дрянь мы... О, хорошо-то как! Как хорошо пошло! Так. Ну, бери! Ты че? Чувак. Ты что, издеваешься мной, что ли? Так, все, где была? Так сказать. Не? Че, не было ее тебя тут? Так, а где тогда второй орган? Так сказать, должен где-то быть здесь, не? Так, понятно, это не он. Так, шар, я уже не смогу сменить. Коробчонка. Операция закончена? С виду... Как? Как я это сделал? Что я туда поместил? Ну, значит, это оно и было. Ну, ладно, отлично. Ну, на этом, ребят, все. С вами был Зелел. Надеюсь, еще добавят дополнительные миссии какие-нибудь в симулятор хирурга. До скорой встречи.